Марков Андрей, чемпион Европы среди юниоров 95 года в Греции. Был награжден по итогу этих соревнований призом как лучший спортсмен. Тяжелоатлетов обязательно, я думаю, не только тяжелоатлетов, а всех людей нашей страны, не знаю, планеты и так далее, так далее, так далее. Да, грядет там новый 2017 год. Что-то было хорошее в 16-м, что-то было плохое тоже в нем. Надеюсь, что в 17-м году все мы продолжим бить рекорды, заниматься спортом, физкультурой, жить мирно и счастливо. И всем успехов и удачи в новом году.